Привет, друзья! Сегодня я покажу, как подать ваш любимый салат в очень красивой интерпретации, чтобы это получилось и по-новому, и так же вкусно, как вы любите. Сюда можно сделать абсолютно любой салат. У меня здесь будет типа мимозы. Здесь у меня сыр, яйца, отварная морковь, картошка, рыбная консерва, немножечко майонеза и соль. Все это перемешала, моя начинка готова. Для подачи нам понадобится всего лишь 2 кусочка плавленного сыра, которые мы укладываем в пакет и отправляем в микроволновку. 15 секунд с одной стороны и 15 секунд с другой стороны переворачиваем. Придавливаем сырок и аккуратненько раскатываем его по пакету. Пласт должен получиться где-то 20 на 20 примерно, благодаря тому, что он в пакете, он получается ровным. Отправляем на чем-то ровном в холодильник минимум на полчаса. Затем нам нужно будет снять верхнюю часть пакета для того, чтобы выложить начинку. Аккуратно по шву срезаем верхнюю часть пакета. Разворачиваем и выкладываем начинку. Начинкой не доходите до конца пласта, где-то сантиметра полтора, а с другой стороны сантиметров 6, чтобы у вас был красивый заворот и хорошо склеился сыр. Начинаем заворачивать. Вы видите, я использую такой бамбуковый коврик. Можно использовать и плотное полотенце, либо коврик, которым заворачивают суши, если у вас вдруг есть такой. Аккуратно снимаю и пакет, прокручиваю и отклеиваю пакет. И затем последний заворот, чтобы склеился хорошо наш рулетик. Собственно, рулет готов. Теперь, чтобы он получился очень красивым, его можно здесь присыпать либо кунжутом, либо я буду использовать укроп. Это очень красиво и нарядно. Такая прям зеленая елочка получится. На пакет нарезаю пучок такой крупненький укропа, мелко-мелко, разравниваю по пакету и выкладываю рулет на зелень. Затем прокручиваю рулетом несколько раз, чтобы вся зелень прилипла к нему. Можно вот так вот немножечко еще придавить, чтобы все приклеилось. Останется только нарезать этот рулет перед самим праздником и наслаждаться вашим любимым салатом и ставить обязательно пальчики вверх. С вами, как всегда, был Кекс. Друзья, до новых встреч. Пока-пока!